знаю счастье. О, какая громкая. Саяночка, ты куда так? Ты облегчи-ка все это. Знаю счастье. Ты что-то полетели туда? Да. Здесь все. Ничего нет, понимаешь? Здесь все. Здесь все потеряется. Солнце мое, прям вот начало у нас всегда тормозим. Пока тебя раскрутишь. Пока раскрутишь тебя. Что я сказала? Сразу. Не глуби. Знаю счастье. Сарьяна, это было очень... Все. Это не в высокой позиции. Знаю. Ну вот же, очень чисто. Только не останавливайся. Знаю счастье, что рядом ты где-то. Вот и все. Не надо сидеть на ней и тем более глупить. Поем. Знаю счастье. Нет. Да ты лучше смотри, пусть она зависнет. Смотри, Сарьяна, сейчас тебе подскажу. Вот играет Айсану речь. Мы живой аккомпанемент, у нас не фонограмма. Никакие инструменты не играет, он один играет. Там потом они вступят на вторую часть. Вот смотри, вот зависла ты. Знаю счастье, что ты где-то рядом. Понимаешь, вот ты лучше опоздай. И потом понеслась и все туда-сюда. Это у нас еще Саша записан. А когда он будет чувствовать твое дыхание? Ну вы же не дышите. Вы же еще не дышите. Поем. Знаю счастье, что рядом ты где-то. Хватит прятаться, выйди на свет. Может, чья-нибудь песенка спета, а моя далеко еще нет. А моя еще только стремится легкой птицей взлететь в облака. Когда это чудо случится, я сама я не знаю пока. Ну и прекрасно все, мы поем на одном дыхании. Мы поем на одном дыхании то, что и требовалось. Нет, вместо того, чтобы мне отдыхать в выходные дни, я сижу и ломаю голову. Ну почему? Почему я ломаю голову? Почему вы не ломаете голову? И я тебе пишу, я тебе... Ну хватает же там дыхания. Понимаешь, почему мы сделали изначально там цезуру? Потому что большую фермату поставили там. Понимаешь? А ты лучше цельно споешь ее и посидишь на этой ноточке, и все, на верхней, она у тебя прекрасна. Сейчас что было не так? Легкую птицу мы с тобой уже переделывали, да, здесь ритмически все. Они получились клонированными абсолютно, та-да-ти-та. Нет, ровно. Соедини мне сейчас перед легкой птицей. О чем сейчас речь идет? Давай, Акапельна, вспомни. А моя... Нет. Так. Нет, последнюю строчку перед легкой птицей. А моя еще только стремится... Легкая птица... Не-не-не. А моя еще только стремится легкой птицей взлететь. Мы же поменяли там. Мы в долю с тобой стали петь. И распевай ты ее. Легкой птицей. Тоже высокая позиция. Какая же она будет легкая-то? Никакая. Ну, какая же вы, рыбка? Помнишь, как Куравлев? Называйте меня кисой. Какая же ты рыбка-то? Какая же тут легкая птица-то? Поехали еще разочек. Очень хорошо было, но начало все равно ты пристраиваешь. Вот что бы ты мне ни говорил. Да не пристраивай ты его. Лети. И сразу высокую формируй. Знаю счастье. Нет, я же тебе говорю, опоздай. Так, опоздай. Ты раньше батьки у пеклу-то. Знаю. Скажи мне. Знаю. Вот, мы когда мы говорим по телефону, мы... Мама. Мы поднимаем позицию всегда. Здрасте. А здесь мы не можем, Сарьяш, ну давай.
опоздаем. Знаю, счастье, что рядом ты где-то. Хватит прятаться, выйти на свет. Может, чья-нибудь песенка спета, а моя далеко еще нет. Все хорошо, извини, это я виновата, сорян. И еще такой момент, это штамп уже, понимаешь, спела фразу, открыжила, микрофон убираешь, ты выпадываешь. Все. Ты смотришь на себя потом на камеру? Да, думаю, что это? Ты, это хоп, хоп, а ты-то должна да, это скажу. Цело показать. Да, ты не держишь так около себя микрофон, но ты все равно находишься в образе. А у тебя это как-то резко раз и открыжило, а я спела, и молодец, и хорошо спела. Сарьяна, молодец. Это да. Строчкой. Ты молодец, но ты строчками мыслишь, а надо-то мыслить-ка. Вот давай. Давай еще разочек. Знаю счастье. Подойди к фону. Подойди к фону, солнышко. Знаю. У тебя даже ноты не так. Понимаешь? Вот ты сейчас без микрофона подступай. Знаю, знаю. Сейчас тихонечко сейчас приберу. Поехали. Знаю, но это низкая позиция. Знаю, ты сидишь, знаю. Нет. Знаю, знаю счастье. Еще короче. Знаю счастье, что ты. Знаю счастье. Не надо сидеть. Знаю счастье. Да, еще раз пою. Я потише сделаю. Ну хорошо, ну давай тогда считать. Вот смотри, давай. Вот сколько здесь пауза. Два, три. Знаю счастье, что рядом ты где-то. Вот и все, ты даже догнала. Да даже так можно петь, даже так можешь опоздать. Даже так можешь опоздать. А когда будет живой-то аккомпанемент, этого не будет. Александр Валерьевич будет за тобой идти. За твоим дыханием. Поэтому я говорю, не нужно, я же уже, я вообще сильно опаздывала, я тебе показывала. Конечно, сильно тоже не надо перегибать, но нужно насладиться вот этим. Шлейф должен остаться еще, вот он полетный такой, аккомпанемента. И пошла, и полетел. Не глуби, все, собрались, микрофон поет. Знаю счастье, что рядом ты где-то. Хватит прятаться, выйди на свет. Может, чья-нибудь песенка спета, а моя далеко еще нет. А моя еще сейчас у нас тенденция, а моя, смотри, чтобы не глубить, делай ее такой же. А моя еще только. Не надо здесь. Это я там спела неправильно, мы остановили, я извинилась, говорю, я неправильно спела, а потом легкой пти, вот здесь, чтобы легкой пти, вот это чтобы не было. А здесь тебе с нижней позиции, наоборот, нужно стремление. Не надо сидеть здесь ритмически. Допеваем. Очень хорошо. Темп великолепно. Все, голос льется. Допеваем. Александр Валерьевич играет. А вот у тебя.
тебя фонограмма, вот она готовая. Как мы с тобой тогда пели Лондон? С аккомпанементом. И что сказать? Какое чудо, что нет вот этой вот оркестровки. Какое чудо. Рояль и голос. Так к этой же фонограмме тоже пришлось бы пристраиваться тебе, впиваться в нее. Так лучше опаздывать, Сарьяна. Еще. Первая часть заканчивается первым куплетом. А моя далеко еще не. Запомни это золотое правило. Ты выпустишься, пойдешь сама учить, ты стараешься, ты умочка, ты пойми, что опережение – это отсутствие профессионализма. Угу. А то, что ты опаздываешь, а потом включаешься в этот процесс, все это и говорит о том, что ты органически мыслишь, и то, что ты в состоянии, если вдруг вот чувства тебя перехлестнули, и ты в метр вошла. В это временное пространство ты вошла. Без суеты, без вот этого, понимаешь, ой, я опоздала. Нет, спокойно, спокойно совершенно. Поэтому, когда ты сейчас там зависла, то когда это, там тоже, ты не насладилась там до конца. Чуточку, ты все равно поторопилась там. Опять же, видишь, тебя смущают вот эти, ты на грудном резонаторе не пела, как бы еще мы мало на времени. Понимаешь, мало на времени, ты выпускаешься уже. Еще бы еще. А ты же слышишь, как звучит голос потрясающе, так что не наслаждаться. А как бы привычка вот эта, убегание, она вперед тебя идет. А сущность твоя должна наоборот сказать, остановить все это. Чудесно звучит голос, да у меня вагон времени, да я успею. Но хочу понаслаждаться и дать насладиться тем, кто слушает. С самого начала давай еще раз. Потому что это пролог вот, к песне, и он будет вот так, только с роялем. А потом уже все инструменты вступят. Знаю счастье, что я... Вот смотри, сейчас смотри, Сарьянка, вот. Такой момент. Вот немножко испугалась, что задержалась и поддала и завысила. Ну тебя ты читаешься прям вот как книжка, ну солнце мое. Какая разница, как и что? Не нужно на эти вещи реагировать, не нужно. Все равно глубишь. Как не глубить-то? Знаю, 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 ща, знаю. Почему не на улыбке, почему не в высокой позиции? Все равно поем еще. Знаю счастье, что рядом ты где-то. Хватит прятаться, выйди на свет. Может, чья-нибудь беседка спета. А моя сейчас была органика, сейчас были эмоции у тебя такие хорошие, живые были. То, что ты там порвала фразировку в самом начале, Саряночка, лучше этого все-таки не делать. Тебя, конечно, захлестнули чувства, и ты когда выйдешь на сцену, все равно будешь петь в предлагаемых обстоятельствах. Как оно будет, так и будет. Так и будет. Но у тебя хватает дыхания.
И лучше голосоведение выстраивать на все-таки фразировку не рвать. И когда ты дома будешь работать, ты все-таки добивайся того, чтобы на одном дыхании спеть, у тебя хватает. Там, где у нас критически, мы там придумываем. Здесь не критично, здесь ничего. А в последнюю нотку просто ты еще не привыкла петь, как бы ты еще не можешь распределить свой выдох еще, ты впоешься. Александр Валерьевич поиграет, понимаешь, потом там начнут уже щетки играть. Понимаешь, вот пока. И покуда. То есть, понимаешь, идет все. Поэтому ты можешь сбрасывать. И там вот это вот все уже начнут играть музыканты, если вообще они начнут. Это мы все. Больше вылезай из машины, да? Мы пойдем туда, пойдем сюда. Ну хорошо, хорошо. Давай сейчас еще раз сначала останавливать не буду. И дальше. Дальше. Сбрасывай ее, сбрасывай. По своим ощущениям. А ты попыталась просто продлить, и ну, не получилось. Да, это естественный процесс, это чисто физиология. Замечательное начало, все, органика. Знаю счастье, что рядом ты где-то. Хватит прятаться, выйди на свет. Покуда
она сложная, просто сложная. Здравствуйте. Ты постаралась. Ты умочка, песня просто невероятно сложная, конечно. Это место, интонация, завышаешь там это все. В целом умничка, конечно, все равно позитива внешне. Что еще? До конца не вижу вот этого вот игры какой-то все, потому что я знаю, что счастье ты рядом. Просто я живу, и все, и ты придешь, и никуда ты не денешься, я верю в тебя. Угу. Вот этого позитива еще не хватает, а оно даст тоже светлого звука. Оно даст светлого звука, когда будет вот твоя сущность будет вот так мыслить. Оно естественно появится. И вот эта фраза, конечно, надо над ней работать. Ты не открываешь, все равно ты микстуешь звук. Сложно просто перейти. Застревает где-то на миксе и все, держит. Так ты рот не открываешь. Ты же держишь, у тебя артикуляция, у тебя вот здесь все. Вот оно меня и держит. У тебя верхнюю скулу, у тебя в твердое небо все уперлось и все. А надо наоборот корень языка опустить здесь. А ты все подзадрала и все это. Что касается того, что ты в темповых куплетах тоже. Что касается вот то, что ты здесь вот торопилась, я поняла почему. У тебя опять нет дыхания. Его просто нет. А на него уходит время. И поэтому у нас не ритмично. Понимаешь? И поэтому у нас не ритмично. Так что надо что-то делать. Окей? С этим. А что делать? Нужно просто дышать. Дышать, мыслить, чувствовать. И все будет хорошо. И над этой фразой ты все равно притормаживаешь ее. Она не цельная. И вот это, нет вот этого вот. Вот этой восьмерки, вот этой бесконечности, которая «Я живу в ожидании». Вы вот это, Настя? Оно. А вот эти вот качели хороши. Ты же все-таки над ними поработала, и все, у тебя все хорошо здесь. Что-то там, на самом деле, очень высоко. Ну и что? Для тебя-то этот диапазон ерунда. Надо. Я живу! Ну, поспой еще раз нужно. Ты можешь вернуться к нему, но ты выпадываешь. Угу. Ты выпадываешь, а выпадывать нельзя. Еще раз. Тоже подавались. Не дождалась. Нет, это много. И ты
искать. Время есть, конечно, но надо искать. Очень сильный, прямо тюбиковая строчка. Еще попробуешь? Давай. И там все надо смело. Не думать, как у меня получится. Просто смело. Если ты хочешь с ним сидеть, тебе легче, как я этого дня, я это. Та-то туда же идет тогда. Ну, коль ты ее вот так вот, тебе так легче физиологически. Но ты-то ее облегчаешь, ты сваливаешься, ты уходишь от нее и пух! И туда ты подлетаешь все интонационно и все. Все, песня как бы вот она собрана, и ты уже чувствуешь, как бы все равно осветлить нужно, но что касается вот этих фраз, сорян, работай над ними. А пролог мне так нравится, замечательно, просто замечательно. Но сейчас мы решим по расписанию, да, отдыхать, потом с тобой продолжим.